Снова здравствуйте, это вновь Дайент из Най. Конец близко. Вот что. Конец близок, скорее так. Без разницы. Секрет? Не похоже на то. Секрет. Не. Как же. Ну понятно, что нам надо на шипы прыгать. Прости? Ага. И значит, таким образом мы должны добраться до этого. Так, ну дайте мне сначала проверить, есть ли здесь какие-то секреты. Все-таки. О, телефон! Секунду! Окей, продолжаем. Смерть? Я просто хочу понять, где же те секреты, которые мы пропускаем. А мы определенно что-то пропускаем. Это было легко. Вопрос номер 2. Как отсюда выбраться? Вот так. Ага, я понял. Вот что ты от меня хочешь. Это достаточно весело. Окей. Идиот! Кстати, надо будет еще посмотреть на этом уровне, есть ли здесь еще какие-то странные двигающиеся вещи. А то, учитывая все эти платформы, которые начинают двигаться, как, когда ты, блин, до них дотронешься, это бред, конечно. Почему ты решил взять и не взять? Не схватиться? Мне это непонятно. Здесь без разницы, с какой стороны цепляться, к счастью. Окей. Я боюсь еще нарваться на шипы, естественно. Ох, вот это почему-то намного тяжелее, этот прыжок сделать. Первая часть уровня, окей, без проблем. Легчайшая вещь на свете. Но вот потом... Видите, здесь... Хотел сказать, видите, здесь это просто. Но это тоже не особо просто. Потом мы, наверное, когда пройдем эту зону, придется пробежаться по уровням опять, к сожалению. И проверить, где же и что же мы упустили. Пам-парарам-пам. Опять. Окей. В чем ошибка? Какую же ошибку мы допускаем каждый раз? Ну, сразу уж можно сделать вот так. Недостаточно далеко прыгаем. Потому что я каждый раз боюсь перелететь. Надо это исправить каким-то образом. Каким? Откуда я знаю? Я нажимал только что налево, но он решил мне цепляться. Ну, я видел, что он недостаточно близко. И я жал влево. Окей, пожалуйста. Иисус, дай мне сил. Окей. Иисус, снова дай... Опять? Точнее, даже наоборот. Мы летим слишком далеко и натыкаемся на шипы. Но, честно говоря, это мы пройдем. Меня больше напрягает... Это было глупо. Меня больше напрягает тот вопрос, где находятся все-таки секреты. Секреты. Это самое важное. Потому что это рано или поздно мы в любом случае справимся, верно? А вот секреты нужно искать. Ну, кто знает, может, они на последних двух экранах находятся, правильно? Но два секрета мы... У нас не достает. Вот что. Ну, и третий заключен. Почему? Там достаточно дурацкий хитбокс. То есть я нажимаю влево, но при этом, естественно, стараюсь не попасться на шипы. Но при этом мне нужно зацепиться за крюк. Вот что. Поэтому получается парадокс. Через О. Не парадокс, парадокс. Я его изобрел. Окей. Найс. Наконец-то. Так, что если мы... Что нам это дает? Секрет? Нет, не похоже на то. Хотя, там зона искажается, может быть... Нет, окей. Кстати, нам картридж надо будет проходить. Так, итак, вопрос. Где здесь секрет находится? В теории. Нигде? Нет? Нигде никаких секретов? Ничего?
Что-то значит мы упускаем, к сожалению. Неприятное ощущение. Вот, теперь это легко. Потому что мы уже... У нас еще три уровня и два секрета. Думаете, в последних трех уровнях будет два секрета? Что-то я как-то сомневаюсь. Один наверняка. Ага, что-то я не понимаю этого. Наверняка нужно все активировать и между ними прыгать. Так понимаю. Этот уровень выглядит достаточно запарно, на самом деле. Вау! Окей. Это конфузит. Если бы здесь был один блок, окей. Но вот это вот несколько. Фак. Не. Так, ну это выход наружу, это понятно. Здесь наверняка есть секрет вот тут где-то, правильно? Но сначала нам нужно разобраться с вот этой фигней. Так, так мы не пролетим, это очевидно. Наверху? Что-нибудь? Опять же, может попробуем на кубике наверх уехать, но в прошлый раз это... Вы сами видели, чем это закончилось. Я не знаю, за что я пытался там зацепиться. С каждой зоной эти секреты становятся все тупее. Серьезно? Я был уверен, что я... Ну ладно. Окей. Но... А, это проблема, когда они активируются в таком порядке. Тогда сделаем по-другому. О, фак. О, нет, я все испортил. Плиз, ну. Мне не нравится этот уровень совершенно. Ну, я имею в виду конкретно этот экран, а не локация. Если бы я имел в виду локацию, я бы сказал локация, наверное. Правильно? Что? Окей. Где секреты? Пожалуйста, дайте мне секреты. Сейчас наша главная миссия все-таки... разобраться вот с этим. Да. И мы вернемся на предыдущий экран, потому что мы знаем, как это делать, к счастью. Простите. Может, мне ничего не трогать? Плохая идея. Простите. Окей. Произошло. Окей. Я не знаю, почему теперь это мне очень легко делать. Окей, и наверх. И вот на этом я попытаюсь все-таки уехать наверх. Опять же нет. Странно, что это не запрограммировано. На чем-то я там прыгал, правильно? Ну ладно. О, вау, вот это вот... Эту хрень так плохо видно, вот эта ядовитость. Ну, это очевидный секрет был. Издеваешься, да? Так, как отсюда выйти? Вон там вниз, окей. Посмотрим, пропустили ли мы. Да, естественно. Вот где-то до вот этого экрана, на котором мы сейчас, как раз должен быть где-то секрет. Ну, давайте сначала допройдем зону, правильно? Потом уже будем разбираться. Ноп. Вопрос. Как до тебя добраться? Возможно, с другого экрана, как это обычно бывает. Необычно, а часто. Да, определенно. Вы куда? Что я говорил? Я умный. Вот это было не очень умно. Это даже хуже. Окей. Изи, пизи, джапа. Я дурак.
Там тарарам, там тарарам, трам парам. Окей. Найс. Так, мне просто надо проверить время. Я даже не помню, поскольку я... хрен с ним. Так, в чем суть этой комнаты? Так, секретов здесь нет, потому что мы уже его пропустили. Это, кстати, последний экран. Глупо. Так намного проще. Вау! Ха! Что ж ты от меня хочешь тогда, игра? Как-то вы слишком быстро двигаетесь. Ха. Не, я могу, конечно, схватить прямо сейчас и вернуться назад. Это вот это вообще проблемой не является. Это наилегчайшее здесь. То есть ты взял, раз и пошел обратно. Как бы не проблема. Но как конкретно через этот экран пройти? Вот что. Ха. Ха. Интердестинг. А, я понял, я понял, я понял. Это не простой, судя по всему, прыжок, но... Его нужно сделать. Но я каждый раз нарываюсь на шипы, к сожалению. Нехорошо. Я не знаю, зачем я там ждал, но это было правильное решение. Червяки? Ба? Это куда? Hello? Hello? Ooh. Oh, what the fuck? SS Exodus. Не, я хочу обратно на последний экран. Please? Я реально просто хочу на последний экран. Пожалуйста. Я просто. Потому что если я сейчас телепортируюсь, я буду... Сами понимаете, где. В жопе. Не то, что я хотел сказать. Просто я-то буду тогда в начале Wall of Sorrow. А я этого не хочу. Просто верните меня на последний экран. Я хотел с него спрыгнуть вниз. Может быть, там был бы секрет. Но видно, я вынужден. Давайте пойдем обратно тогда. Пока что. И пройдем картридж. В теории. Папа, Ривер. А? А ты откуда? А, подождите, я в прошлый раз говорил, что мы пойдем... А, фу! Я в последнем эпизоде говорил, что мы пойдем картридж проходить, а я этого не сделал. Ну, пришло время проходить два картриджа. Извиняюсь. Если в предыдущем эпизоде вы этого ждали. Это конечно, глупо. Оп, оп. О, водные уровни, мои любимые. Эх. Это, естественно, ложь. А, еще, кстати, экран слишком плохо читается. Из-за того, что он... Ну, вы сами видите, как все выглядит. Фак. Окей. А-а-а. Это очень проблемно. Надеюсь, они это поправят. Они что-то там говорили про то, что они читабельность этих экранов повысят. Потому что это реально тяжело на это смотреть, честно скажу. Окей. Это прям как Echo the Dolphin. Помните эти игры? Они были классными. Окей, найс. О, а! О, фак, теперь заново. Упс, упс. Окей. Пока не так тяжело. Есть проблемные моменты, конечно. О, это очень тяжело на этот экран смотреть. Я не знаю, как вам там будет на Ютубе, но мне очень тяжело вообще на это глядеть. Окей. Вопрос. Как нам... Прям так? Нет, нет. Значит, все-таки прыгать с этих штук. Эп, окей. А здесь видно через вот это. Или... но каким образом мы должны эти верхние взять? Цепляемся мы... А, мы просто делаем вот так, о чем я? Это, честно говоря, это даже не выглядит пока слишком тяжелым. Половину мы почти прошли. Нет, только не двигающиеся части. Это очень...
Эти уровни очень плохо выглядят. Я не говорю конкретно про картриджи, я говорю про вот, вот эту вот водную зону с этими, с этой сеточкой, блин, ни хрена не видно. Прям глаза... Ну, Эдмунд дурак. Я дурак тоже. Ну, вы знаете, как это будет. Мы, как всегда, пройдем... Умрем, скорее всего, а во второй раз пройдем со всеми кольцами, и в третий раз без продолжений. Все как обычно. Вот, вот, вот этот экран. Я видел, короче, в Стиме писали про это, что этого не видно. Вот это вот отравленная зона. Я даже сначала этого и не понял. Очень тяжело это понять. Я даже не знаю, где находятся отравленные зоны. Я реально... Я не вижу. Я вижу, что желтые есть, да, но... Это очень тяжело понять, на самом деле. И вот здесь я не понимаю, вот это, оказывается, вот это не вода. Вон вода, вон слева и справа, может быть, нет, только слева. Короче, им это действительно надо пофиксить. Окей. Это странно, потому что... Ну ладно. Так бредово. Пам-пам-пам. Окей. Так, раз, два, да-да-да. Как нам? А? Это понятно. Да-да-да, естественно. Но что-то я не понимаю, как нам... А, вот так. Понятно. Это так плохо видно. Ну, Эдмунд, ну ты же должен был понимать, что это выглядит как говно. Окей. То есть это просто, извиняюсь за выражение, но прям говно размазано на экране. Это очень тяжело читать. Здесь яд? Наверное, трудно сказать. Вот здесь вот яд, видите? Здесь он есть. Маленький синий участочек. Какой бред. А, фаг! Я не знаю, почему я сказал фаг вместо фаг. Так вышло. Окей. То есть кольца-то мы соберем. Проблема... Сами понимаете, в другом. Окей. Ну-ну-ну-ну-ну. О, фак! Окей. Плиз, плиз, плиз. Так тяжело на это смотреть. Хотел сказать, вы себе не представляете, но вы себе представляете. Вы это видите прямо сейчас на экране. Просто дай мне это кольцо. Окей. Окей, изи. Так, как здесь это лучше сделать? Вот так. И здесь не останавливаться. Бесконечный платформинг. Окей, я понял. Это плохо. Я не хочу умирать. Я много колец собрал. О, окей. Остановиться на секунду все-таки можно было. И мне намного больше нравится вот этот звук, чем вне картриджа. Потому что пум-пум-пум. Намного понятнее, чем... Чем то другое. Окей, спокойно. Ух! Найс. Я не думаю, что мы соберем кольца. Фак. Потому что это, вот это выглядит очень проблемно. Честно скажу. Да, особенно когда я беру и лажаю таким образом. Стыд, позор. Значит, проклятие продолжается. Мы не сможем пройти с первого раза. Окей. Так, тут можно передохнуть. Вниз. На всякий случай, окей? Так, здесь прыжок. Раз, два, окей. Oh, fuck you! Fuck you! Там был участок! Это обидно. Возможно, судя по алфавиту B... Тоже обидно. Фак. Обидно. Но здесь я даже не буду винить конкретно визуальную проблему, потому что если прищуриться, если сильно приглядываться, увидеть можно. Чисто следовать уровню, как бы, и так далее. Можно увидеть. Не в этом была проблема. Проблема была в том, что я слишком много умирал в ненужных местах. Например, здесь вот не вздумал умирать, окей? Спасибо. Хоть что-то умное сделал.
Здесь тоже не надо было, я немножко растерялся, если честно. И здесь не умирай, ты в прошлый раз здесь умер, окей. Вот это теперь тоже не должно быть такой уж проблемой, как раньше, правильно? Раз и все. Я считаю удачей те моменты, те уровни, в которых я теперь не умираю по сравнению с предыдущим разом. Вот это была проблема. Я не должен был умирать на этом уровне. Это очень глупо, потому что уровень легкий. Я умер в очень глупой ситуации. Нам нельзя тратить жизни. Ни в коем случае. Не, мы можем опять же собрать все кольца, а потом уже без продолжения и так далее. Но почему бы не сразу, правильно? Попробовать. Окей. Спокойно. Зря я поторопился. Зря. Хотел схватить сначала одно колечко, потом вот эти два. Но сработало. Окей. Поехали. Эдмунд, ну ты же понимаешь, что ни хрена не видно. Ой, я кольцо пропустил. Прекрасно. Окей. Здесь нужно использовать это вот быстрое падение. Уи-у. А иначе просто не будет получаться. А вот этого я не понимаю, ты просто обязан получать? А, не-не-не, туплю. Можно было просто приземлиться на платформу справа сразу. О, боже, идиот. Сразу на платформу справа можно было приземлиться. Сейчас покажу. Вот сюда, а потом уже их вот так схватить. Я просто слишком поторопился. Просто отдай мне эти кольца. Окей. Безопасно? Вот здесь безопасно. Похоже это на безопасность? Нет. Совсем не похоже. Окей. Это самая простая вещь на свете. Раз, два, да. Знаете, вот это все-таки не мешает, то, что надо нажимать вот на это вместо вниз. Здесь вот безопасность. Никогда ни за что бы не сказал. Окей. Удивительно, что я не задеваю все эти дурацкие шипы. Знаете что? Вот так вот. Чтобы больше не париться. Молодец! А потом не очень. Потому что сейчас я вообще иногда начинаю думать, что я в воде нахожусь. Но это не так. Эх. Эх. Но-но-но. Серьезно. Я не хочу продолжать. Ну, мы в любом случае будем использовать продолжение, получается. Но потом нас не беспокоит кольца, так что... Чего? А, ну да, точно. Ядовитая хрень, которую я не вижу. Интересно, а если... А? А есть ли проблемы у людей с этой... С цветослепотой? Как же это по-русски называется? Colorblind. Я реально забыл. Я знаю, что это звучит глупо, но я забыл, как это называется по-русски. А, там слово для этого есть. Сейчас. Серьезно. А как же это слово-то? Я идиот. Нет, это не то слово. Почему? Раньше у меня... в голове есть слово, но... Что-то никак! Окей. Хотел сказать аутист. Нет, не то. Окей. Найс. Дальтоник. Вот, дальтонизм. Другое дело. Надо же, не такой дурак вроде, да? Приз. Окей. Идиот! Еще хуже. Не вздумай, у тебя 5 жизней. Ну, 4, но 0 тоже. Так, спокойно. Я себе не прощу. Я реально себе не прощу, если я сейчас как дебил возьму и облажаюсь здесь. Потому что это невероятно было бы тупо. Ну, я уже сделал это один раз. Почему бы еще раз, правильно? Окей. Окей. Спокойно. Вспотел? Бывает. Просто съешь сникерс, и все будет нормально. Окей. Это легкий платформинг.
во всяком случае для меня. Но теперь я слишком волнуюсь. Если бы у меня было больше жизни, то окей. Но, к сожалению, нет. Идиу... Окей. Нам придется опять собирать кольца. Замечательно. Прекрасно. Опять придется собирать кольца. Окей, так. Раз, два, окей. И опять на тот же шип. Честно говоря, я зол. Вот реально зол, потому что мне опять придется кольца собирать. И вам снова на это смотреть. А знаете, с чего начнется следующий эпизод? Потому что в этом эпизоде мы это пройдем, в любом случае. Или я совсем аутист. Вам придется в следующем эпизоде смотреть на следующий этот, на следующий картридж. Ну, я не думаю, что это плохо, просто предупреждаю. По-моему, это очевидно. Окей. Профессионал, заработай. Сами понимаете. Не, ну реально, я хорошо эти экраны только что прошел. Приятно. Окей, изи. Уэй! Вот этот мне экран на самом деле очень нравится, а конкретно вот этот трюк очень приятно. Что-что, а платформеры у Эдмонда до сих пор получаются. Окей. Ну, примеров, правда, немного. Мидбой, да... Вот эта игра. Ну, Гиш... Я не знаю, стоит ли Гиш называть платформером. Вообще это платформер, да. Интересно, сделает ли когда-нибудь Эдмонд ремастер Гиша? Нет, честно говоря, мне эта игра толком не интересует. Так, я играл в нее немножко, но... Она ничего, но... Не знаю. Пофиг вообще. Но зная его, как бы, любовь к ремейкам... Ну, не то чтобы любовь к ремейкам. Я имею в виду, Rebirth есть... ну и все, вообще-то. А, ну еще он сделал Basement Collection, где он свои игры переделал. А, нет, он даже не переделал, я не думаю, что он там... Это просто коллекция его флеш-игр, которые были сделаны на Newgrounds, если я правильно помню. Вот как нужно было это проходить. Окей. Пум-пум-пум, заткнись. Окей, это очень легкий экран для идиотов. Так, извиняюсь, если для кого-то этот экран тяжелый, я не серьезно. Так, окей, изи. Теперь вот так. Это не трудный картридж, реально. Я просто сам себе затрудняю жизнь. А, да, точно. На этот раз проскочил с первого раза. Ну, что такое? Только кольца не взял. Вот в чем проблема. Поэтому дело надо брать кольца и проскакивать направо. Но я каждый раз делаю это налево. Что неправильно. Каждый раз хочется здесь притормозить, но нельзя. Потому что ядовитая хрень, блин. Мне нравится этот экран. Он не идеальный. Но... Ну что значит не идеальный? В смысле, я не фанат. Вот это, например, место. Ну, здесь все-таки надо тормозить. Ты можешь этого и не делать, но так веселее. Так проще, если точнее. Но веселее сразу проходить. Уи. Окей. Вау. Так. Тормози. Не торопись. Боже. Каждый раз. Понимаете? Я свой собственный враг. Я свой самый главный враг. Оп. Окей. Возьми вот эти вещи. Кольца, то бишь. И вперед. Я не знаю, что с этим шпом. Помните, как я первый раз проскочил? Я тоже помню. И я не знаю, почему я не могу это повторить. Потому что это даже не трудный прыжок. Я просто слишком сконцентрирован... Знаете, забей на яд. Я имею в виду, я забил на яд. Но потом началось... Тынь-тынь. Было бы очень неплохо сейчас это пройти сразу. Получить все ачивки. Но этого не выйдет. К сожалению. Так что ваш гостев... Бака. Что по-японски, конечно же, мудак. Тоже хорошо, правильно? Пум-пум-пум. Окей. На следующем эпизоде... Эй, ачивочки. В следующем эпизоде мы пройдем Ash Climber. О, здесь...
а здесь же наверняка птицы будут. Так, что вот эти за два картриджа, интересно. Я имею в виду, Denial тоже был не по порядку. Но все равно. Ладно. Да, если понравился этот эпизод, то поставьте лайк, ставьте комментарий, подпишитесь. Это же помогает продвижению канала. И, да. До встречи.